Viewer discretion is advised. Ебать, как я люблю школьников! Школьники, это же просто охуительно! Жизнь еще не успела испортить и развратить эти цветы жизни, их присутствие в интернете заставляет мне огромное удовольствие. Что мне нравится в школьниках, так это их смелость и мудрость. Любой школьник без страха и упрека назовет тебя тупым обмутком и пригрозит вычислить по IP и набить тебе ебало за то, что ты ухандохал его хедшотом в КС-ке. Взрослые люди просто боятся называть всех обмутками, но школьники, они не такие. В сердцах живет храбрость и желание поливать говном все и вся вокруг. Кроме того, школьники не утруждают себя соблюдением правил русского языка. Да кому они нахуй нужны? Главное, это твои ценные мысли, которые ты излагаешь. И вовсе не важно, что я, блядь, не могу понять ничего из написанного, потому что школьник не утруждает себя такой хуйней, как запятые, мягкие знаки, заглавные буквы и прочее никому не нужное поебей. Круче обычных школьников могут быть только те, что не признают себя школьниками. Ну, вы знаете, типа 10 класс уже не школьник, блять! Или школота — это состояние души, а не возраста. Это же так глубокомысленно, да? Конечно же, вы не школьники, блять! Я школьник! И еще я обожаю школьников, потому что они не хотят ничего знать. Действительно, зачем мне литература, математика, история? Они мне в жизни не пригодятся! Я вот лично закончил школу с медалью и до сих пор жалею, что потратил на это время. Я ведь могу потратить его с пользой, попить ягуара, посмотреть с друзьями наркомана Павлика, закинуться тригандей или сиропом от кашля, или чем там еще любят заниматься современные школьники, я не знаю. Ебать! Как же я люблю школьников.